с победой, с голом забитым. Как смотрелась игра с скамейки запасных? Ну, если честно, Мальта очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боялись играть, и такая игра была непростая на самом деле. И после забитого гола Мальтой такие качели стали, ну, небольшие, как бы у них были моменты, но хорошо, что сразу забили. Ну, не сразу, но забили и спокойно завершили этот матч с победой. После первого тайма счет был 2-0, казалось бы, все решено. Что случилось во втором тайме, как думаешь? Наверное, и Мальта тоже включилась, стала больше и прессинговать, и держать мяч. Ну, я же говорю, довольно неплохая команда, и там забили тоже гол хороший, поэтому... Ну, и после гола тоже уже так, конечно, 2-1 уже не такой комфортный счет, и поэтому немножко тяжелее стало. Что сказал Станислав Саламович тебе, когда ты выходил на замену? Сказал просто работай и все, борись, работай. Второй матч за сборную и вновь со скамейки запасных выходишь, забиваешь. Ты так получается хорошо выходишь на замену? Ну, наверное, да, если забиваю. Но на самом деле хорошо, что забили вообще. Не важно, что я забил, что третий гол забили и игра уже, можно сказать, была наша. Удивили результаты матчей вот в группе? Словения выиграла у Хорватии, Кипр сыграл ничью со Словакией. Ну, пока, наверное, не стоит вообще смотреть на таблицу. Первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, ее улучшать и побеждать все матчи. Поэтому не надо смотреть на соперников.